Всем привет! Вы на канале Саша Ляпок. Сегодня вы снимаете мою мелочь. Это все моя мелочь. Вот наша мелочь. И вот у нас есть краски и кисточка. Тут есть черные, коричневые, ну всякие. У нас есть такие газеты. Их трое. И коробочка для газет. У нас есть такие маленькие, мелкие карандаши. Но они все там, я не хочу, чтобы они рассыпались и падали. А вот наверху это вся комната для всяких маленьких, ну, для маленьких детей это комната. Вот кроватка качается тут. И тут и у нас есть часы. У них есть тоже времени. А тут у нас есть сумка. Она может надеться на кого угодно. Ну, не знаю. А вот мы распочнем из еды. Вот вся еда. Тут есть тортики, всякие эклерочки, печеньки, ну и все такое. Есть у нас чайник такой. Он тоже стеклянный. И мы распочнем из панды. Панду можно, я же вам показывала сумку. И мы можем на панду одеть сумку. На ушко именно. А? И она себе несет, открывает и все. А вот наш большой-большой букет. У меня не было таких больших букетов. И вот у нас выезжает первая игрушка для малышей. Ну, вот этот зайчик как-то прилипнул. И у нас тут в коробочке вот этой. Там есть маленькая мышка. Вот она. И там есть внутри блесточки. И у нас тоже есть. У нас был это такой маленький чемоданчик, а вот у нас большой чемодан. Он открывается и закрывается. И распочнем из гостиной. Тут у нас есть диван. Вин именно твердый, но я потому что вин мягкий. Но вин абсолютно твердый. А вот у нас тоже букетик, только вазон тоже стеклянный, как чайник был. И я обожаю эту. Она самая моя любимая, фотораб. Я фотораб обожаю так сфотографировать чик-чик. Ну тут есть камера тоже. И стеклышко, как у вас. Чтобы смотреть. Кнопочки тут тоже. И у нас тут есть еще коробочка с книжками. Ну, всем пока-пока. Если вам понравилось видео, еще напишите нам комментарии. Всем пока, пока-пока.